Эльпузики, сейчас соседка пришла, которую вот дружим 33 года с той общаги. Мы дружили, начинали. Принесла со своего огорода, меня угостила огурцов, картошки свежей, патиссон, кабачок желтый и этот зеленый. Спасибо большое. Мне не жирно, ребят. Вам не знаю. Хватит жить как попало. Будем как придется. Это все с огорода. Но я сегодня ничего не буду делать. Не хочу.